нашей имени Твоего ради, Господи, помилуй наша, святых и святые, всеминимости нашей имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи. Яко Твое есть царство и сила и слава. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, 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 Господи, мудрость простит.
Духові Твоєму. Прокимін глад первые, уста моя возглаголют премудрость, и поучение сердца моего разум. Услышите сия все языцы, внушите все живущие по вселенне. Уста моя возглаголют премудро. Послание святаго апостола Павла чтение. Братья, повинуйтесь наставникам вашим и покоряйтесь, сибо бдят о душах ваших, яко слово воздать и хотяще. Да с радостью сие творят, а не воздыхающе. Несьбо полезно вам сие. Молитесь о нас, уповаем бо, яко добру совесть им мы во всем добре хотяще жити. Лише же молю, сие творите, да вскоре устроюся вам. Бог же мира возведи из мертвых пастыря овцам великого, кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа. Да совершит вы во всяком деле благе, сотворите воле Его, творя во вас благоугодное пред Ним Иисус Христом. Ему же слава во веки веков. Аминь. И Духове Твоему. Аллилуйя, глас премудрости, и язык его возглаголит все. Блаженни плачущие, ныне как смеетесь, блаженни.
Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй,
великого господина отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, господина нашего высокопреосвященнейшего Германа, митрополита Волгоградского и Камышинского, да поменет Господь Бог во царстве своем, всегда ныне присно и во веки веков. Пресвященные митрополиты, архиепископы, епископы, священнические, монашеские чины, причет церковный, братью святаго храма сего, вас и всех православных христиан, да поменет Господь Бог во царстве своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Необычная доброжелательность и душевная отзывчивость привлекли к нему многих. Бездомные находили в его доме приют, странники пищу и отдых. За непрестанную память о Боге и добрые дела Господь наделил будущего святителя благодатными дарами, прозорливости, исцеления неизлечимых больных и изгнания бесов. После смерти жены царствования Константина Великого и его сына Констанция, святой Спиридон был избран епископом города Тримифунта,
в Его лице паства приобрела любвеобильного Отца. Во время продолжительной засухи и голода на Кипре по молитве святителя Спиридона пошли дожди, и бедствие прекратилось. Доброта у святого сочеталась со справедливой строгостью по отношению к людям недостойным. По его молитве был наказан немилосердный хлеботорговец, а бедные поселяне избавлены от голода и нищеты. Завистники оклеветали одного из друзей святителя, и тот был заключен в тюрьму и приговорен к смертной казни. Святой поспешил на помощь, путь ему преградил многоводный поток. Вспомнив, как перешел разлившийся Иордан Иисус Навин, святитель с твердой верой во всемогущество Божие вознес молитву, и поток расступился. Вместе со спутниками, невольными очевидцами чуда, святитель Спиридон перешел по суху на другой берег. Предупрежденно о пришедшем, судья встретил святителя с почетом и отпустил невиновного. Много чудес совершил святитель Спиридон. Однажды во время богослужения в лампаде догорал елей, и она стала угасать. Святитель огорчился, но Господь утешил его. Лампада чудесно наполнилась елеем. Известен случай, когда святому Спиридону незримо сослужили ангелы, и после каждой их тени слышали пение ангелов: «Господи, помилуй!» Святитель исцелил тяжелобольного императора Констанция, разговаривал со своей скончавшейся дочерью Ириной, уже приготовленной к погребению, оживил благодатью Божией умершего ребенка, а затем и его мать, при виде чуда упавшую бездыханно. Проведя тайные грехи людей, святой призывал их к покаянию и исправлению. Тех, кто не внимал голосу совести и словам святаго, постигало наказание Божие. Как епископ, святой Спиридон являл пастве пример добродетельной жизни и трудолюбия. Пас овец, убирал хлеб. Он чрезвычайно заботился о строгом соблюдении церковного чина и сохранении во всей неприкосновенности священного писания. Святитель строго обличал священников, которые в своих проповедях неточно употребляли слова Евангелия и других богодухновенных книг. В 325 году святитель Спиридон участвовал в Первом Вселенском соборе в Никее. Осененный Божьей благодатью, он обратил в православие ученого греческого философа, защищавшего ересь Ария. «Един есть Бога, сотворивший небо и землю, и создавший на земле человека, и устроивший все прочее, видимое и невидимое, словом своим и духом. И мы веруем, что слово это есть Сын Божий и Бога, который, умилосердившись над нами, заблудшими, родился от девы, жил с людьми, пострадал и умер ради нашего спасения и воскрес, и собою совоскресил весь род человеческий. Мы ожидаем, что Он придет судить всех нас праведным судом и каждому воздаст по делам Его. Веруем, что Он одного существа со Отцом, равный с Ним власти и чести. Так исповедуем мы, и не стараемся исследовать эти тайны любопытствующим умом. И ты не осмеливайся исследовать, как все это может быть, ибо тайны эти выше твоего ума и далеко превышают всякие человеческие знания». Философ признал правоту святителя и сказал своим друзьям: «Пока состязание велось посредством доказательств, я своим искусством спорить отражал все, что мне представляли. Но когда вместо доказательства из уст этого старца стала исходить какая-то особенная сила, доказательства против нее бессильны. Богу человек противиться не может. Последуем за этим старцем. Устами его говорил сам Бога». На соборе в Никее святитель Спиридон так объяснил арианам исповедуемое православными единство трех божественных ипостасей Святой Троицы. Святой взял в руки кирпич и стиснул его. Вверх мгновенно метнулся огонь, вода потекла вниз, а глина осталась в руках чудотворца.
Вот три стихии, а кирпич один, сказал святитель Спиридон. Так и в Пресвятой Троице. Три лица, а божество едино. По некоторым сведениям, святитель Спиридон участвовал и в деяниях Поместного собора 342-343 годов в городе Сердики, ныне столица Болгарии, София. Господь открыл святителю приближение его кончины. Последние слова святого были о любви к Богу и ближним. Около 348 года во время молитвы святитель Спиридон представился ко Господу. Погребли его в храме в честь святых апостолов в городе Тримифунте. В середине 7 века мощи святителя перенесены в Константинополь, а в 1453 году на остров Киркира в Ионическом море. Греческое название острова – Корфу. Здесь, в одноименном городе Киркира, главный город стран острова, и поныне сохраняются святые мощи святителя Спиридона в храме его имени. Десная рука святителя почивает в Риме. 5 раз в году на острове совершается торжественное празднование памяти святаго Спиридона. Святитель Спиридон Тримифунский издревле почитается на Руси. Солоноворот или поворот солнца на лето, 25 декабря нового стиля. Совпадающий с памятью святителя и называли на Руси Спиридоновым поворотом. Особым почитанием пользовался святитель Спиридон в Древнем Новгороде и Москве. В 1633 году в Москве был воздвигнут храм во имя святителя. В Московской церкви Воскресения Славутчего находятся две чтимые иконы святителя Спиридона с частицей его святых мощей. В славянских служебных минеях его имя встречается с XI века. К тому же времени относят перевод службы святому, составленный Феофаном Палестинским в первой половине IX века. О жизни святителя Спиридона сохранились свидетельства церковных историков IV-V веков, Сократа Схоластика, Созамена и Руфина, обработанные в X веке выдающимися византийским агиографом блаженным Симеоном Метопрастом. Известно также житие святителя Спиридона, написанное ямбическими стихами его учеником, святителем Трифилием, епископом Левкусии Кипрской. Богу нашему слава, всегда ныне присно во веки веков. Аминь. Святые воскресенье будет не причащение святых твоих тайн, Господи, но исцеление души и тела. Аминь. Кто сегодня готовился, тайн, thank you.
и прикоснусь устам вашим, этими беззакония и грехи ваши очистят. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Небесного человека и земного ангела со благоговением умильно запиемте. Радуйся, уме созерцай тайны Пресвятой Троицы. Радуйся, обогатывайся духа пресветлым осиянием. Радуйся, светильничем многосветлый. Радуйся, ум твой бесстрастие просветивый. Радуйся, из младой истинную простоту безмолвие возлюбивой. Радуйся, украшение целомудрия. Радуйся, любви неистощимая струя. Радуйся, яко странолюбие Авраама подражал еси, радуйся, яко всем любвеобильно входы дома своего отверзал еси, радуйся нищих предстателю, радуйся, пред ним же благоговеют люди, радуйся, яко ты еси обиталище Пресвятаго Духа, радуйся, Спиридоне, предивный чудотворче. Кипр и вся христианские страны, нетленные мощи Твои, святители, от них же истекают обильное исцеление, возрадовавшися и мы, почитающие Тя, яко при обильного источника благодати,
ниспосланного свыше нам, вопием к Верховному Подателю небесных и земных благ. Аллилуйя! Аллилуйя! Разум божественный мы, ащисы и пастырь бессловесных овец, ты произволением пастыреначальника Христа избран был еси пастырь овец словесных. Вернее же, разумевши тебя доброго пастыря, неусыпно стали своим пекущегося воспеваху. Радуйся, архиерея Бога Вышнего, хиротонии восприявы обильно божественной благодать. Радуйся, святилище многосветлый, горя и светяй. Радуйся, верных делателю вертограде Христовым, радуйся пастырю, напажите верой благочестие пастру своего воспитавы. Радуйся сияниями добродетелей твоих, мир просвещавы. Радуйся престолу Христову божественную жертву приносивая, радуйся иерарши, разумение православия украшенный, радуйся апостольского учения исполненный, верных струями спасительного учения напояя, и радуйся яко и мудрых озарил еси, радуйся яко и простых сердца отравил еси, радуйся слава православных и церкви, непоколебимое утверждение, радуйся украшение церкв, славы похвала и благоговейных, радуйся, Спиридоне, Тридивный чудотворче. Силы Вышнего, осенившего вся святителю Спиридоне, Богомудр ты показался, еси, изжавши дланью глину, срочно след всем очевидно яснилось, тем же лжемудрей философии, собравшейся на соборе ужасушися, вернее же непостижимого, прославивши Бога, мудрившего тебя во спасение вопиющий ему, аллилуйя. Имеющий тебя в помышлениях своих сердце собора, просто неискусное в книжном учении, молишь тебя, Отче Спиридоне, не препирайтесь и словеса свети ее, мнящимся мудр быть, ты же святителю ревностью по Бозе, распаляемой верою, яко проповедь Христова не в препрательных мудрости человеческие словесе, но в явлении духа и силы мудре того обличив, вразумил и на путь истинный наставил еси, все видевшие чудо сия взываку, радуйся свете православной мудрости, радуйся яко, глаголем их быть и мудрых совопросников посрамилась, и радуйся источничу благодатью обильной, радуйся непоколебимый столпе твердо, содержащих сущих вере, радуйся мрачаюсь пагубную ересь, радуйся через него же попрана быть безумие, радуйся яко переземная проповеда твоими руками Святую Троицу, радуйся яко из глины извелась и огонь и воду в утверждение догмата Святой Троицы, радуйся, яко просветилось и люди, славите Слово воистину, единосущное пребезначальному Отцу. Радуйся, яко змеи его главу погубной аривой ереси поразилось и. Радуйся, яко тобою пожертвовать злоба. Радуйся, неверного мудреца, совопросника к истинной вере обративой. Радуйся, Спиридоне, предивной чудотворче. Проводя в убожестве и нищете, нищим и бедным был оси питатель и помощник любви ради к нищим, змия в злато приложилась и дал еси оное требующему твою помощи, девящиеся о чудесе всем благодарственным пьем Богу, аллилуйя. Мы всюду, яко святитель Спиридон воистину, есть жилище Святой Троицы. Вселися бо в нем Бог Отец, Бог Слово и Бог Дух Святый, сего ради ты словеса и деяниями проповедовалась и всем христианам, воплощенного истинного Богом пьющим. Радуйся, словес Божий таиниче, радуйся, домостроительство Божие, спасение мира уяснивое. Радуйся, яко научилась, не испытывайте, еже есть превыше разума и мудрости человеческое. Радуйся непостижимую, действующую в тебе силу Божию явивой, радуйся, яко уснама твоими провеща сам Бог. Радуйся, яко все послушаху тебе в сладость, радуйся, мглу идолослужения разгнавы,
Радуйся, яко многих истинной вере привелоси, радуйся, яко главы невидимых змеев поразилоси, радуйся, яко тобою прославляется вера христианская, радуйся, яко светло озаряющая всех ублажающих тебя, радуйся, поборничая христианские веры и православия, радуйся, Спиридоне, предивной чудотворче. Радуйся, Спиридоне, предивной чудотворче. Божественного Духа преисполнен был иси святителю Спиридоне, ради добродетельного жития твоего, за некроток, милостив, чист сердцем, терпелив, непамято злобив, страннолюбец был иси, всего ради Творец, и в чудесех преславно показатя, мы же прославляя Бога, прославшего тебя, вопием ему аллилуйя. Спиридона, зрим великого чудотворца, некогда страна от бездожия, засухи вельми пострада, без глад и язвы, многое множество людей умроши, молитвами же святителя сниди с небеси на землю дождь, люди же, избавшись от бедствия, благодарственно взываху, радуйся, великому пророку Илию подобивайся, радуйся, как дождь, отъемлющий глад, и недуги благовремени не звелось, радуйся, паки молитвами своими небо заключил, и радуйся, яко немилосердного купца лишением имения наказал, если радуйся, яко требующим пищу обильно даровал, если радуйся, яко любовь благоутробие Бога к людям подвязаешь, радуйся в земле немощи немощных, радуйся Бога благодатный человеком помощниче, радуйся болящим здравие подавай, радуйся, яко же трепещут демоне, радуйся бесчисленных чудес источниче, радуйся Спиридоне, предивный чудотворче. Радуйся Спиридоне, предивный чудотворче. Завеса ветхозаветной скинии, закрывавшая во святая святых ковчег, ману и скрижали, и храм твой святителю Спиридоне имеет, раку твоя, как ковчег, святые мощи твоя, как ману, сердце твое, как скрижали божественной благодати, на них же зрим начертанную песню. Аллилуйя! Аллилуйя! Народ Кипра некогда за умножение беззаконий, наказа Господь бесплодием земли, и когда же приедет к святому Спиридону, знаемый земледелец, прося помощи, даде ему святое злато, минувши же бедствие земледелец он, и возврати паки злато, и о чудесе злато змии бысте, прославляющий Бога, дивного во святых своих вопием. Радуйся, яко Моисею чудесно приложившему жезл в змее подражал еси, радуйся, человека любивый пастырю, избавляя от бед словесные овцы стада своего, радуйся обильно всех всеми благами обогащай, радуйся, яко Илия бедных питал, и радуйся немилосердных милосердию обращай, радуйся, достоподражаемый, пример любви для человека в мире живущих, радуйся верных и неверных в бедах утешения, радуйся древо сенолиственное, град и страну осеняющее, радуйся славой похвалу Киркирен, радуйся над влагою сушею, зноем и хладом благодатью Божией владычествуя, радуйся уставы земли молитвою применяя, радуйся будущее, яко настоящее провидевый, радуйся Спиридоне, предивный чудотворче. Радуйся, Спиридоне, предивный чудотворче. Когда ты пред Господом за всех явился, если святителю Спиридоне, всего ради мы прибегаем под кров твой, ищущий спасение, всего помощника тебе и мы во всех нуждах, во время глада смертоносной язвы, вся годины бед и искушений, всего ради благодарствуем и пьем Богу, аллилуйя! Аллилуйя! Твое чудо, видимо, боголепное, когда ты очи шествовал, избавить и неповинно осужденного на смерть,
Бурный поток преградит путь тебе. Ты же именем всемогущего Бога повелел ему стать, и пришел еси со спутники через реку, яко по суху. Слава сем чудеси распространися всюду, и все прославишь и Бога, вопиющего к тебе. Радуйся-ка, иногда Иисус новин через Иордан реку по суху пришедай. Радуйся речное устремление гласом своим укротивы, радуйся-ка трудный путь предприял еси движимый милосердием. Радуйся, как клевету разрушил еси, и неповинного от уст темницы напрасной смерти избавил еси. Радуйся жизни по Бозе благей поспешниче, радуйся неповинного угнетенных защитителю, радуйся уставов естества водного применителю, радуйся ко судью, вразумил еси от убийства спасал еси. Радуйся истинное исправление душ, радуйся дивная сила, потоки удержающие. Радуйся, услаждающий сердца человеков, к тебе притекающих. Радуйся, человеколюбие Авраама, подражателю. Радуйся, Спиридоне, предивный чудотворче. Радуйся, Спиридоне, предивный чудотворче. Странник и пришлец был и на земле, якоже и прочие человецы. Обачись чрева матери, всеведущей великого угодника и чудотворца, показать освятителю Спиридоне, бесы бой изгоняешь, и всякую болезнь, язву исцеляешь, умышление людей зришь, тем же и дивен во святых показался еси. Мы же, взывающи молитву, ко благодателю всех Богу, пием ему аллилуйя. Мир ужасы многим содрогнув, всегда услыша, яко смерть по гласу твоему возвращают из утробы мертвецы, своя его запи, радуйся, умершую черь свою, да явит врученные сокровища к жизни возвавы, радуйся, скорбную вдовиту на сохранение злата вдавшую, утешивай, радуйся, умершая от рача, из мертвых воскресивой, радуйся, яко матери его внезапо от радости умершую ожививой, радуйся, яко уподобился и силе, и молитвами сыну сарепские жены жизни возвратившему, радуйся, яко Елисею, возбудившим от смерти от рача, подражал еси. Радуйся, пастырю, преискренне любящий человеке. Радуйся, жене блуднице, слезами носит твои омывшие грехи именем Бога отпустивой. Радуйся, святую ревность великого верховного апостола стяжавы. Радуйся, яко нераскаянной грешнице, по твоему глаголу твоему в тяжких болезнях умре. Радуйся, земли плодоноси молитвами твоими спросивой. Радуйся, непреложное воскресение человека поверение. Радуйся, Спиридоне, предивный чудотворче. Радуйся, Спиридоне, предивный чудотворче. Божественного сияния зарем был еси святителю Спиридоне, мил бы еси духа премудрости, яко мудрыми словеса безумно тобоил еси, и посреди отца веру утвердил еси, и духа разума, яко умы омраченное зарил еси, и духа страха Божия, яко вынудило небогоугодными душа очистил еси. Тем же представ престолу Вышнего, сонном ангелов, воспеваешь ему аллилуйя. Аллилуйя! Раз от пастыря словесных овец, от пастыря начальника Господа Иисуса приемы, святые Спиридоне, не примени жития своего, не стяжателен кроток любви ради, вся терпян. Не постыдись, отпечися и остави бессловесных овец, вся сия возбуждает нас славить и Бога, и взывать о тебе. Радуйся, славу мира сего, яко суетную презревы, радуйся мзду, многою на небесех стяжавы. Радуйся, красная мира сего, в уме ты вменивы, радуйся сосуде небесных благ, радуйся, святейшая пажа тики приотов, радуйся, яко тебе ради Бог, хищников овец твоих, невидимыми узами связан. Радуйся, Тати, отеческое вразумление преподавы, радуйся по милосердию твоему за проведенную без сна ночь, обна им даровавы, радуйся непослушанием возмище, якобы разум ищущего купца, утаившего цену его обличивы, радуйся утаившего сребреники твоих к покаянию приведы, радуйся, яко от страсти, корыстолюбия, увещанием своим исцелилась его, радуйся, Спиридоне, предивный чудотворче. Радуйся, Спиридоне, Богом
Духом Тебе вверенное, Ты, Святитель Спиридоне, произволением Божиим звал, когда сиявите славу Свою, паче же славу истинного Бога и в иные страны, да всюду славит имя Божие, вопиющее Аллилуйя. Аллилуйя! Скорый помощник и заступник во всяких нуждах и скорбях, Святый Спиридон, по велению Царева, якоже и прочие пастыри, приди во град Антиохию, и держибе одержимый болезнью царь Константии, святитель главы его, коснуся и сотвори здраво, всему чудеси дивишеся, вопиемте, радуйся его же в сонном видении ангел, яко целителя яви царю, радуйся божественной, ради любви, трудный путь в старости восприявы, радуйся цареву, рабу, ударившему тебя в ланиту, по заповеди спасителя другую подставивай. Радуйся столпе смирения, радуйся молитвами твоими слезно просящему царю здравия даровавый. Радуйся, яко уничижением своим раба вразумил еси, и немилостивый нрав его применил еси. Радуйся, яко благочестию и милосердию царя научил еси. Радуйся, яко ненавидя земная сокровище злата царя отвергал еси. Радуйся, яко ученика твоего трехили от пристрастия к земным благам отвратилась, и сосудом благодати Божия соделал еси. Радуйся, яко пришедшу тебе в Александрии дали подоша, радуйся, ему же беси повинулись, радуйся, яко идолослужение многих отвратил еси. Радуйся, Спиридоне, предивный чудотворче. Радуйся, Спиридоне, всегда во храме приносил, если святитель Спиридоне вечерняя молитва твоя, и небеша сослужащий тебе жилище, жители же града дивное пение слышавши, в недоша в храм, и никого же видевши, с горними силами воспевав, аллилуйя. Аллилуйя! И казалось, мирове собеседник ангелов был и си на земле, и святителю Спиридоне, предав же дух твой в руцы Божие, приселился еси в горнее селение, молясь за мир пред престолом владыки, мы же живущие на земле вопиемте. Радуйся, яко тебе еще живу сущу, сослужаку ангеле, радуйся псалмопенье ангелов слышавы, радуйся видимой образе нашего преображения. Радуйся, яко недоставшу еле в храме Бог тебе ради, с избытком лампады наполнил тем. Радуйся, лампада божественного сияния, радуйся, сосуде благодати Божией, обильное подобие еле, наполняющий душу твою. Радуйся, неиссякаемый источниче, присно источающий всем токи благодати. Радуйся, ним же изумляются ангели, радуйся, прислушание диаконов в храме наказавы, радуйся, тщеславившегося своим глазом и гласа языка лишивый. Радуйся, яко во время зноя внезапно роса, снишедшая свыше священную твою главу прохлади, радуйся в знамени сим близость представления своего провидевы, радуйся Спиридоне, предивный чудотворче. Радуйся Спиридоне, предивный чудотворче. Бог и прибежище бывы всем тебе притекающим, верным, еще в житии твоим ты святителю, не оставилось и нас сирых, и по твоему спении, Бог, побеждающий естества чин, сохрани святые мощи твои нетленными в укрепление православной веры и благочестия, в знамение бессмертия, Его же прославляющего пием, аллилуйя. Святителю Божию, яко удивилось и мир чудеса, истекающими от святых мощей твоих, сибо с верою приходящие и лобызающие их получают все благопотребное просимое, и мы, давшего тебе крепость, венчавшего тебя венцем нетления и действующего тобою Бога, прославляющего пиемте, радуйся во время глада корабельникам явимося пищу, доставите повелевы, радуйся слепым, с верою притекающим к святым мощам твоим зрение даровавый, радуйся от неисцельной болезни, отрока исцеливый, радуйся беса из жены изгнавый, здраву сотворивый, радуйся избранный воевода Керкеры, радуйся, яко полчища
Злочестивых Агарин изгнал еси корабли, в пучине потопилась и радуйся, Гоже, видишь, окруженного сонным ангелом, всесими державшего и в трепет врагов приведши, радуйся, создати себе храм воеже совершати на нем литургию, на пресном хлебе воеводе возбранивый. Радуйся, воеводу Латинского, лютую смертью поразивый, радуйся, молнии, изображение его в доме Венеции сожегшей. Радуйся, отступольство и лжемудрствование Запада посрамимый. Посрамивый, радуйся, единую православную веру быть истинную, спасительную для человека утвердивой. Радуйся, Спиридоне, предивный чудотворче. Радуйся, Спиридоне, предивный чудотворче. Пречудный святителю Христов Отче Спиридоне, нынешнее наше моление прием, избави нас от всех бед и напастей. Укрепи на враги страну нашу, даруй нам оставление прегрешений, изми от вечной смерти всех вопиющих о тебе Богу. Аллилуйя! 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 Чудный святителю Христов, Отче Спиридоне, нынешнее наше моление прием. Избави нас от всех бед и напасти, укрепи на враги страну нашу, даруй нам оставление прегрешений. Изми от вечной смерти всех вопиющих о тебе к Богу. Аллилуйя! 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 Пречудный святителю Христов Отче Спиридоне, нынешнее наше моление прием, избави нас от всех бед и напасти, укрепи на враги страну нашу. Даруй нам оставление прегрешений, изми от вечной смерти всех вопиющих о тебе к Богу. Аллилуйя! 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 Юностью украшенной всеми добродетелями, житием своим ангелом подражав, и святителю Спиридоне воистину показался еси друг Христов. Мы же зрящи тебя небесного человека, земного ангела, со благоговением умильного пьем тебе. Радуйся, уме созерцай, тайны Пресвятой Троицы, радуйся, обогатившийся Духа Пресветлым сиянием. Радуйся, светильниче многосветлый разум, радуйся, ум твой бесстрастием просветивый, радуйся, из млада истинную простоту, безмолвие возлюбивый, радуйся, украшение целомудрия. Радуйся, любви, неистощимая струя, радуйся, яко страннолюбие Авраама подражалось, радуйся, ко всем любви, обильно входы дома своего отверзалось, и радуйся нищих предстателю, радуйся пред ним же благоговеют люди, радуйся, как ты есть обиталище Пресвятого Духа, радуйся, Спиридоне, предивный чудотворче. Радуйся, Спиридоне, предивный чудотворче. Помилуй нас, Боже, повелеться милости Твоей, молимся, услыши, помилуй. Еще молимся, великим Господине Отцу нашим, святейшим патриархе Кирилле, Господине нашим, высокомерно священнейшем митрополите Германе, и все во Христе братья наши. Еще молимся, сохрани страны наши, властях и воинстве, яда тихое, безмолвное житие, поживем во всяком благочестии и чистоте. Еще молимся, Господи Божие, благополучно беспрепятственно и скоро построитесь храмом свято, правильно Караштанского, святого Феридона Тримифонского. Еще молимся, милости жизни, мире, здравия, спасения, посещения, прощения, оставления грехов, рабов Божиих, братья и святаго храма сего. Еще молимся за всю братью, за всех христиан. Услышали Божие, Спасителю наш, упование всех концев земли, сущих море далече, и милостив, милостив, будь владыка грехов наших, и помилуй ныне.
милости вой человека любит Бог, еси тебе славу высылает. Отцу и Сыну и Святому Духу ныне присно и во веки веков. Аминь. Освятителю Христову, Спиридону, епископу Тримифонскому чудотворцу, помолимся. Блаженный святитель Спиридоне, великое угодниче Христов и преславный чудотворче, предстояй на небесе престолу Божию среди ангел, призри милостивым оком на предстоящие здесь люди и просящие сильные твоей помощи. Умоли благоутробие человеколюбца Бога, да не осудит нас по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по милости своей. И спроси нам у Христа, Бога нашего, мирное и безмятежное житие, здравие душевное и телесное, земле благоплодие во всем, всякое изобилие благоденствие. И да не во зло обратим благая, даруемое нам от щедрого Бога, но во славу Его и прославление Твоего заступления. Избави всех веру и несомненную Богу приходящих от всяких бед душевных и телесных, от всех томлений дьявольских наветов, буди печальным утешитель, недугающим врач, напастих помощник, ногим покровитель, вдовицам заступник, сирым защитник, младенцам питатель, старым укрепитель, странствующим путевождь, плавающим кормчий, исходатайствуй всем, крепкие помощи твоей требующим, вся яже ко спасению полезная. Якогда твоими молитвами, наставляйми и соблюдаями, достигни вечный покой, и купно с тобой прославим Бога, в Троице святей славимого, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Там Господу Богу, чтобы нам не спаслась
благая, требуемая, которую мы спрашиваем Господу Бога и Его святых угодников. Вы знаете, что сей святой, удивительный совершенно, что в своем житии и по своем представлении он сыграл, наверное, все добродетели и чудеса, которые только были до него и после. То есть великих святых, пророков Авраама, Моисея и Илии, и Елисея, и Николая, своего собрата, во многом даже, если вот сразу, конечно, нельзя так делать, что конкуренция какая-то, но не меньше, а Николаю будет. И по морю он, по водам, яко по суху ходил, и воды расступались, и мертвых воскрешал, и исцелял, и превращал естества, то есть животных в золото, землю там другое, давал здравие одним своим прикосновением молитвы. То есть, понимаете, он уже был, так сказать, небожитель уже был на земле, сбежал, действительно, такую благодать Божию, что нам надо только мечтать об этом, удивляться, да, на самом деле избранник Божий, редко удар, кого из людей был и есть. Ну вот, чудеса его даны продолжаются, вы знаете, вот то, что говорили десная рука его, она у нас в России была, ну, два раза на нашей памяти в последнее время, и вот она из города Рима, из Италии. Она там хранится и по просьбе священноначальника нашего ее привозят сюда. Она совершает крестные ходы в нашем городах, в нашей стране. Мы имеем возможность видеть это, прикоснуться и помолиться. Конечно, это большое дело, потому что я наблюдал действительно помощь. Я же от этой руки отмолчу. Ну и, конечно, его сами мощи находятся нетленные в греческом государстве, на острове Корфу, Терпира, в храме, который посвящен ему. Храм сидит в Спиридоне Чудотворца. Он вот построен как раз в время византийского, венецианского владычества. Но, как вы слышали, он возбранил сделать службу на смоках по латинскому, по западному образцу, сказал, нет, как было на Греции, на Востоке, так и будет служба совершаться. Хотя храм он выстроен, он имеет что-то и от византийского такого стиля, что-то от базилики греческой, что-то от византийской, то есть западно-итальянской такой традиции, росписи там интересные. Но там служба совершается по греческому славному обряду. Новоюлианский календарь используется, то есть его память совершается 12 декабря. Вот это основная. Ну вот. В центре города находится этот собор, улочки старого города, кривые, вымощенные белым камнем, отполированные ногами паломников и туристов. Не бывает там зимы никогда, снега, морозов, естественно, зелень. Вот. Можно из порта попасть, или из аэропорта люди приезжают, попасть в этот храм из ворот центральных городских. Очень легко найти по высокой колокольне этот храм. Он рядом находится с площадью центральной. Там много всегда людей. Приплывают корабли,
большие, и люди разные, разной веры, ну, уже таких, конечно, совсем фанатиков религиозных, я имею в виду, там, мусульманы, вот, бывают такие, знаете, редко. В основном люди, даже вот мало религиозные, но все приходят в храм и подходят к себе. То есть кто крестится, кто кланяется, кто молитву просит, а кто просто, знаете, как вот так, подходит и так постоянно поклонится, или там дотронуться рукой, кто поцелует. Ну, по-разному чтут, но, знаете, есть такое, знаете, он хозяин. Хозяин этого острова, хозяин земли, его нужно почтить, поприветствовать. Я вот это, слава Богу, наблюдал, видел два раза, два года я был там, последний раз я многожды раз был, даже в храме. Давалось там просто посидеть на службе, посмотреть, как это все происходит. Народ очень терпеливый, нам никто никого не выгоняет, не тыркает, как в храме, не заставляет ничего надевать. Ни платки, ни юбки. Все спокойно, совершенно ходят везде. Здесь ходят, с этими вратами ходят, можно пройти. Закрыто там алтарь, конечно, ну, к мощам подходят. Очень так приветливо, любвеобильно относятся ко всем людям, которые туда приезжают. Рака серебряная, она такая красивая, большая, социальная. Нишу находится рядом с алтарем, с левой части, так, слева, ну, так, если смотреть на алтарь, то справа. И чудеса там до сих пор происходят. Вот, например, знаете, как вот наша жизнь суетная, конечно, исполненная. Хочешь по-хорошему, бывает, а не получается, то с кем-то там повздоришь, что еще что-то, то какие-то нервничаешь. Вот туда, как я помню, первый раз, ну, нет, надо поехать первый день. Приехал, надо съездить, неудобно было. Сели на автобус, поехали просто на городской. Я совершенно был не готов, конечно. У меня вот такое смятение, все это перелет. Я тяжело это все переношу. Переезды, перелеты эти. И вот просто подошел и говорю, я не готов. Но я тебя прошу, прости меня, я тебя приветствую. Молись, помоги. Вот так руки положил. Буквально несколько секунд. Ну, нельзя же там долго. Там, когда очередь, когда никого нет. Там. Подержал там несколько секунд. Стоял молча. Вышел и сразу почувствовал, что вся усталость, которая была, все это смятение, все ушло. Мир, спокойствие, тишина на душе. И сразу ты почувствовал, что ты дома. Ты приехал, действительно, в то место очень приятное, очень удобное для жизни и для молитвы. Ну и другие разы то же самое. И не буду врать о чудесах. Ну вот, женщина, которую я встретил там, русская, она работает в экскурсионном бюро. Она когда-то лет 15 назад уехала из России, мигрировала. Вот многие у нас люди уезжают на Запад. Она села в Грецию. Шла замуж за грека, села там. Ну, надо сказать, что она была, как она с ее слов, не верующая, не религиозная. У нее заболел ее сын. Когда ему было совсем немного. Какая-то вот болезнь. Значит, болезнь, связанная с онкологией. Аутоиммунное онкологическое заболевание. Я не помню, что, сейчас не буду врать, но неизлечимое заболевание, оно не вылечивается. То есть можно какое-то отсрочить или поддержать там. Вот что они делали. Деньги у них были, благо. И они ездили свое слово везде. Были в Лондоне, в Париже, в Нью-Йорке, в клиниках лечили. Там, в Германии где-то, в Швейцарии, там, все, где можно только. Везде, как говорили, да, мы вам поможем.
Да, мы вам поможем, ничего не помогаем. И вот она услышала, что есть у нас в институте онкологии в Москве хорошие специалисты, ну, то есть, да чего ты в Москву, а ей что-то вот Россию не пускала, она поехала в Москву. А там мы осмотрели ребенка, посмотрели все эти истории болезни, расспросили, исследовали и сказали, мы вам скажем так, что обманывать вас не будем. Мы вылечить не можем вашего дитя. То есть все, что вам говорили, к сожалению, вас обманывают. Но мы честно скажем, мы вылечить его не сможем, мы не умеем. Она говорит, ну она заплакала, поняла вот это все отчаяние. Она, конечно, догадывалась. Так. Сунулась сразу, все у меня провалилось, упало, все, не знаю, что делать. И тут ей вот этот профессор говорит, слушайте, а вы вообще-то, что-то смотрит историю, а вы где же живете? Она говорит, а я живу на Корфу, в Греции. А у вас же там есть такой святой, святитель Спиридон. Знаете, она говорит, а я не знаю, я первый раз слушаю. Вообще удивительно, что там, конечно, все об этом знают, но она там прожила и ни разу об этом не слышала. Это было нечто удивительное такое. Так ну как же, вот есть, прямо в городе там у вас, столица города, этого острова. Вот вы, он говорит, кто поможет, может только он. Мы помочь не можем. Ну и она говорит, я подхватилась, у меня там она единственная. Приехали мы туда, я, ну как женщина такая, красивая, деловая, ну, конечно, не религиозная, пришла. Я говорю, нам к самому главному, я там выяснила все, где настоятель собора, я к нему пришла на прием. И все рассказала ему, так и так. Он мне там, ну, расплакалась я в конце концов, там, говорит. Ну, он смотрит, видит, посмотрел все это и говорит, ну, давайте так сделаем. Дитя, говорит, можете? Он говорит, нет, не могу. В очень тяжелом состоянии дома. Таскать его невозможно. Тем более, он не в этом городе, а в поселке. На другой стороне. И вот он говорит, ну, давай так. Вы привозите каждый день его постельное белье, простынь, наволочку, чем он укрывается, вот это покрывало, говорит, все вот это привозите. И вот майку, рубашку, привозите его каждый день. И вот они, перед когда открывали, ну, храм, они клали, перед началом другие, прямо в его мощи, клали вот этот пакет. Бельем, и потом служился молебен, и они это ей отдавали. Она брала на машину и везла домой. Все перестилала, одевала, переодевала, обмывала его и одевала в новое. Ну, конечно, вот так она делала. Она говорит, я сначала не верила, что это будет 7 дней. Делала, ну, а делать-то нечего. И вот смотрю, на 7-й день его состояние стало улучшаться. Как-то вот стал кушать, немножко повеселел, стал разговаривать со мной. Я туда, я прибежала, сразу поехала в храм, начинаю рассказывать, говорю, продолжай. И вот они дальше, говорят, через 2 недели они смогли его привести к церкви, помолиться. Они, конечно, исповедовались, говорят, священника. Причастили всей семьей, и ребенка там причастили. И стали, вот она говорит, я стала прихожанкой этого храма. И знаете так, вот не сразу, не резко, но постепенно, в течение 2-3 месяцев эта болезнь прошла. Сейчас он отставал тогда на 5-6 лет в развитии, выровнялся, говорит, за полтора года. Сейчас вообще не болеет, крепкий, здоровый парень, учится в институте, спортом занимается, верующий, все у него нормально. Вот так. Ну, а все говорили, что помрет. Ну, вот это чудо, так сказать. Ну, она говорит, конечно, я сейчас
прославляю и никак не иначе называю Спиридонушка. Спиридонушка или там святой, вот оно, когда рассказывала, там ну, немножечко даже слезу прикусила. Естественно, это все очень близко. Поэтому, знаете, вот кто болеет или что-то там, лекарство, можно это все, но помните, там, где невозможно, наши земные, там Божья сила превозмогает, и за веру людей происходят чудеса. Вот. Но почитание этого святого велико 6 раз в году, его там читают, почему это настолько удивительно происходит, вот кто может там из людей. Посмотрите, альбомы есть в интернете, выложенные где-то книги, фотографии эти есть. Как это происходит? Там целое театральное действие. Шесть. Все одеваются красиво. Там специальные формы. Все это губернаторы острова, там специально старинные одежды одевают. Такие барабанщики, трубачи, там такие как бы средневековые одежды. Священники все съезжаются, и гости там. И вот это шествие начинается из храма. И оно обходит весь город, крестный ход, вот сначала молебные там пения, потом начинают там дудеть, там вот эти, в общем, целый карнавал, парад такой. В конечном итоге, потом это все опять в церковь возвращается, опять начинаются молитвы, служится литургия, и потом это все кончается. Это полдня все происходит, очень длительно. Там все люди, конечно, собираются. Я вот, конечно, удивляюсь, как они там все помещаются, потому что храм на самом деле не очень большой. Тем более там занято места для сидений есть. То есть, можно сказать, ряды, да, вот сидят в Греции, да, во всех православных храмах, кроме России, люди сидят. Принято. То есть католики, так и так. Все православные, кроме русской церкви, все сидят. Ряды. Они немножко отличаются, конечно, от итальянцев. Но там есть места для сидения, спокойно можно сесть, помолиться, послушать. Не торопя, служба идет, так ты-ды-ды-ды-ды. Каноны вот эти псалмы читают. Конечно, это лучше сидеть. Когда надо, все встают там, слушают, или делают поклоны там специальные. Приспособление для колен там есть. В общем, удивительное это место, удивительный город. Если вы будете туда съездите как-нибудь, посмотрите. Вот у нас наши древние люди из хуторов, они ходили в Киев, в Иерусалим. Пешком. Пешком не надо идти, можно найти, задаться целью и поехать. Это вполне доступно для большинства людей сейчас стало. Ну и, так сказать, что касается меня, тоже вот через меня это прошел как-то опыт святой. Не знаю почему, может быть, вследствие моей фамилии или чего-то еще, но он меня сам, так сказать, избрал как-то, вот не я, так сказать, обратил внимание, он сам. Просто вот так в голове у меня он появился, я не знал. Ну, я слышал такое, ну, как говорится, среди всех там пачек святых, еще написано, и вдруг он у меня начинает постоянно это имя. Что такое, почему, потом, ну, известное события, доходит ты, 5-6 лет вплотную занимался. Ну, удалось даже и пострадать за святого. Ну, я сейчас, конечно, уже спустя какое-то время, я, естественно, очень благодарен. Вот. Потому что он воспитывает людей, он делает их лучше, мужественнее, более трезвый взгляд на жизнь, на церковь. Так что будем молиться. Икона. Это икона.
она перевезена из Керкеры, да, то есть там куплена. Естественно, это икона не писанная, да, но вы сами понимаете, штамп там, ну, сделан очень красиво. Из храма этого была, ее привез, мне привезли в гости, то есть в дар. Я не просил, мне мои друзья из Москвы ее доставили. Каким образом? Один священник, игумен Дамиан, он служил там, в Москве. Он узнал, мы уже сказали, он узнал про меня. И он говорит: о, интересно очень. А ну-ка, говорит, дайте ему, привезите эту икону. И вот он ее с собой посылает, уже дар там, мне лично. Вот, тетя Спиридона. И мы ее, верующие люди, там рамочку сделали. И эта икона, она там находилась. В храме, и не молились. Вот, и я хочу сказать, что он очень слышал, когда перед иконой просил. То есть она для меня, по-своему, она чудотворна. И от нее исходило и благоухание, и люди неверующие становились верующими. И иноверцы приходили, преклонялись, которые иконы не почитают, они говорят: икону слава. Понимаете, от нее такая какая-то сила некая исходит. Я ее забрал, эту икону, оттуда. Я ее не мог держать дома, потому что я не мог на нее смотреть спокойно. Вообще не мог даже. 3 года. Я попросил свою маму, она у нее была дома, эта икона. Вот я приезжал, когда молился, и все, уезжал. Ну и потом, вот спустя какое-то время, после я ее смог взять домой. Сейчас она будет сохраняться дома, я ее буду иногда приносить сюда, там, показывать. И вот я такое дал обещание, если храм будет построен, освящен, я эту икону в этот храм верну. Спасибо вас, Господи. Спасибо, Господи. Тебя, родителя, причастников со святыми тайнами поздравляю. Ну да, а в целом я хочу сказать, очень приветливое место, мне, знаете, очень понравилось. Вот, конечно, меня уже мои говорят: ты дурачок, говорят, что ты ездишь в одно и то же место. Взял бы там куда-нибудь другое место, поехал. Я уже сам понимаю, мне тоже отпуск один, мне интересно куда-нибудь тоже посмотреть там. Какие-то тоже святые места интересные. А вот я хочу и опять туда, потому что там очень-очень хорошо. Вот как говорят, я, конечно, не рекламирую вам это, но там действительно, вот если сравнивать всякие Египты и Турции, не дай бог туда. Хорошо, говорят, но там нехорошо. А вот там действительно хорошо, потому что там святая земля. Там чувствуешь себя, особенно если себя ведешь правильно. То есть и отдых там на пользу, и можно еще вот приобщиться к святыням. Там на каждом шагу храма. Там... О, Господи, 800 что ли храмов на острове? Более 800 храмов. Да? А остров небольшой, меньше нашего Волгограда. 800, более 800 храмов. Ну везде. Не, конечно, служат не везде там. То есть там раз в год служат. Там такие маленькие храмики. Но действующие, вот даже там поселочек курортный. 3 храма. Где-то рассмотришь на горе. Господи, да как туда выбираться? Еле-еле язык на плечо зашел. А еще выше, еще церковь больше стоит. А там еще смотришь. И вот так везде все усеяно. Весь остров, то есть везде освещенная. Земля намоленная, освещенная. Действительно под охраной. Многие других святых. Другие острова есть там замечательные. Святая гора Хо, не знаю. Ну, то есть нам надо брать пример. Мы вот по сравнению с ними. Ну, еще, знаете, я хочу вас поздравить. Ну, как, не вас, конечно, поздравить, а наших друзей греков с Рождеством Христовым. Потому что они празднуют. Но когда говорят, что они по-грегориански, может, не правда.
Это календарь называется «Ново-Юлианский». Вот мы по юлианскому, а есть «Ново-Юлианский календарь». Значит, в 1912 году, если я не ошибаюсь, болгарский ученый, верующий человек, кстати, очень церковный, он астрофизик, астроном, специалист в области календарей. Он задался этой целью проверить эти календари, и вот он создал самый точный календарь. Он сказал, намного точнее григорианского календаря, то есть все. И, но он совпадает, да, сейчас. Ну, многие перешли на этот календарь, служат по нему. Вот. И он единственное отстанет в 2800 году, он на один день так, вперед пойдет григорианский календарь. То есть это разные календари на самом деле. То есть, когда говорят, что нет, ну, нет, это разные календари. Вот есть григорианский, есть юлианский, есть новый юлианский. Просто христиане живут по трем календарям. Григорианский, юлианский и новый юлианский. Да, по ново-юлианскому календарю сегодня празднуется Рождество Христово. Ну, так сказать, погода соответствует этому. Мы чувствуем, что западный мир, да, он молится, и Господь их слушает, дай Бог. И нам, мы живем по другой системе. Конечно, это разницы никакой нет, это все относительно. Поэтому через 13 дней мы будем праздновать праздник Рождества. Чтобы знали. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. Благодарю тебя, Господи, Боже мой, я меня принял, не усилия, не дано лопника, не отличный день твоих плодов вести. Благодарю тебя, я не недостойно допустить, чтобы чистить твои книги, ожидала плодов вести. Но рады тебя исходить, через нас ради мира и золотистый. И даровала нам страх, и я желаю твоей достоинства. Благодарю тебя, я не усилия, не усилия, не усилия, не Благодарность яко собратила вас посетили очень сердце моего, мир душевный моих неуверный, полезный, Господь не лицемерно, но исполнение всему же существует заповедь мои, приложение божественное твоей, я благодать твоего каждое состояние, за восхитили твои силы, сохраняя твою благодать, поминая всегда, и тому тебе живого тебе нашему владыку с благодетелю. Так и все сияющее с надежды живота вечно, то прекрасно себя сильно покой, и где-то правды, и гласные, и правда, и бесконечные слады, являющие лица, но Боги, и здесь это сегодня истинно желает, и не везде за веселье, и все вести Бога нас, и для мое все твое колесие, и не зато же вести Бога, царили Богу, садись на свет, благодарю тебя всех, я же не вести Бога, благодарю тебя, не сумка. Когда-то была для священного писания. Там таскали Библию, таскали Евангелие. Сейчас просто элемент таскали. Да вы лишние плоть твою голову, облачные поля недостойные. Да не ходите мне, садитесь мой. Ваши же твои волны, моя лошадь состава, просите храму своему вместе с вами. Я молю вас, я люблю, я считаю, что благородно, что